Всем привет! Да-да, всем привет! Здравствуй, всем привет. Марк! Да-да, привет, Digital! Вот! Что там у нас? Бонусный уровень 9, Skyforce Anniversary. Угу. Попробуем быстренько его минут за 20 пройти. Ну. Минут за 20 сейчас, фига там, час. Да, это мы попробуем, да. А там как получится. Фига, у меня рейтинга 106. Ага, это две пики и сотню, потому что стример второго уровня. А, да? А, будешь да, третьим да. Еще 50 накинут. А, точно, точно, да. Так, что там, надо тогда... сейчас, минуточку, сменить. Давай, давай. Сценку, вот, и начать. И можем начать. Ну давай, тогда я к тебе коннекчусь. Да. А, вот. Да-да-да, ща Normal Age говорит, окей. Ну чё, поехали. Щит покупаем? Ну, себе можешь взять. Я как-нибудь справлюсь. Вопросов не было, потому что нас боты смотрят. Nice. Не, почему? До этого опять же с нами был Гаррет, но который тоже не настолько привередлив был к звуку. Короче, одни ламеры там у нас были. Нормальные парни, чё. Просто не привередливы к звуку. А как я с этим Скаляном стримил тогда? Была та же самая опция, никаких вопросов не было. Я сейчас только про нее. Первый раз за все годы, слушай, за 3 года ядрить. Нашел ее. Может, у этого Каляна там усиление на максимум стояло. Короче, мы не затащим этот уровень. Это гиблое дело, я тебе вот так скажу. Ну я просто хочу, давай хотя бы добьем до среднего этого уровня. Ой, точнее, ну до сложного. Это у нас сейчас средний уровень сложности. Тут хотя бы до тяжелого добьем, если босс не изменится, то да. Значит, ничего здесь не меняется. Более вон уже нам подкинули просто разрывающий Bullet Hell, которым я чувствую, на нас будет все гораздо веселее. Там мы уже не будем вот так звездочки собирать и уклоняться от кого-то. Это звездочки. Зачем я использовал щиты? Нет. Рефлектор. Увидел пушку, использовал щит. Ай. Чё? А ты попал, кстати. Да. Пандос у вас. Так, наверное, все-таки мне придется щит использовать периодически.
А то что-то тоже начинаю начать отвлекаться. О. Кстати, сейчас обе пушки за мной гоняются. Да, как обычно. Вон, ребята жалуются до сих пор, что на андроидах в Skype зайти не могут. Настолько он там сбалансирован. Подожди, я что-то не пойму. Вот сейчас вот я дабился, да, там менял громкость и что. И у меня выключался, потом, что? У меня, ну, дропало. Все нормально. И ты переподключался? Да. Резюм просто. Угу. Заботиться о нас, понижает во время звонка, чтобы всякие марки и игры не отвлекали от голоса стрима. Настолько, да, что даже игру нифига не слышно. Ты еще погоди, скоро Microsoft доживет до того, что еще и голос стримера откатить будет. Ну тут лазер с ним вообще лофа. Подожди, а куда музыка-то делась? Да, я тоже обратил внимание. Ну пускай ее не будет, ей уже надоело. Все, музыканты ушли. Это все Microsoft, ядрите. Заглушили музыку в игре, да, чтобы... Подожди, а если старт нажать, к примеру? Музыка вот... как бы вот. Да. Нормально. Ну да, кончилось просто, да, да. Я же говорю, музыканты ушли, все, надоело уже играть. Задонать за музыку. Кстати, наверное, надо за прохождение 9 уровня надо было требовать просто донат. Может, просто кто-то один попробует пройти, или мы тут вдвоем легче? Вдвоем тут пара мест легче, а в остальном тут тупо запоминать нужно. На запоминание все идет. Ну и плюс босс. Вдвоем его явно попроще мочить. По крайней мере, первые стадии. Типа логика такая, что пройдите на сложной стадии и будет... Вот я надеюсь, босс... что другой босс будет. Ну не зря же там говорили, что парни, пройдите на, типа, на все уровни сложности. А может и зря, как обычно. Сейчас так в паузе торчать будем, ага. Так, ну чё, босс? Где он? Супер. Мы уже 100% всех врагов забили. Мы уже всех заложников спасли. Где? Найс. Кто-то спрашивал уже про суперкиборга. Может, он же и спрашивал. Может быть, даже, да. Я говорил, что суперкиборг это типа... Типа контры. И мне не очень он нравится. Этот суперкибер. Если это тот суперкибер. Суперкибер? Фиг его знает, это супер контра? А, нет, там роботрон был или как. Слушай, а у нас же эти щиты есть. Ну-ка. Кстати. Короче, одному здесь прям вариант. Теперь центральный.
что, работает на этой? У меня 41%, я только не понял, это потому что лазер чуть позже включился. Многие критикуют за сложность. More will follow, ну то есть... Короче, тут перевод подвел. По-моему, тут не будет ничего меняться. То есть их просто больше будет. То есть, по сути, more это один, ну, как бы... просто больше. Все. Короче, кто-нибудь посмотрите, там 9 уровень вообще, там вообще. Там еще что-нибудь есть вообще? Сейчас. Или мы тут так сидим? Уже давным-давно можно было все бросить давным-давно. Напрочь. Skyforce. Это level. Hardest. Hardest boss ever. Ну-ка, ну-ка. А, нет, это с релоадом. С перезагрузки. Это не оттуда. Если окажешь, что аниверсари никто не проходил. Не, релоадом. Вот, перфект ран. Ну-ка. На сложности кошмар. Не, все то же самое. Но только да, тут в одиночку, тут все по драйвове. Че смотришь-то? Hardest, ну, на сложности кошмар. Прохождение последнего уровня. Босс не поменяется. Ничего там вообще не поменяется. Ну и все. Мы прошли еще, наверное, как раз таки за 20 минут, ядрить. Ну, на записи порежем, как обычно. Чушь какая. Зато сколько забегов попробовали сделать. И ничего. Я не понял, что надо было на прошлом стриме купить. Супер Киборга? Довольно прикольная игрушка, да, Супер Киборг, но многие критикуют за сложность. Мне не понравился Супер Киборг, еще раз говорю. Я увидел. Слушай, а Контра Эволюшн там как у тебя далеко? Может, действительно, хоть Контру попробуем в кого-то? Что Супер Сайборг, если его еще и критикуют за сложность, нас там быстро вынесут. Хотя мы этап 9 так и не прошли, вот так остаться нетронутым, если так. Как бы. Как бы мы прошли, мы забили босса. Там ничего не поменяется от того, что мы останемся нетронутыми. Он то же самое скажет там. Ах, уже вот так вот, да? More is coming, да. Че за турнир? Вот, тут пишут, что Contra Evolution самые ужасные. Че за турнир? Может, ты один попробуешь? Вот этот турнир? Или вдвоем, давай, ладно. Турнир вдвоем рискнем. И чё, ну это сам первый уровень. А, ты знаешь, что мне так кажется, что это? Нужно, ну, больше набьешься? Да, нет. Игру, короче, нужно проходить вот так по несколько десятков раз. То есть несколько уровней. И просто кто больше очков набьет. Все, то есть это соревнуешься с, не с локальным игроком, а с, в интернете. Типа счет вот набиваешь, и типа твой счет потом, условно говоря, куда-то публикуется в какую-то таблицу, и кто больше всех наиграл там, тот типа и выигрывает. Ну это забей. Так, нас тут посылают в красную звезду, но... Долго, короче, настраиваться. В принципе, с собой плойку вторую привез, вообще бы там проблем не было, просто два пада подключили бы и все. Мультиплеер в Киборге, ну в Киборге, ну через стрим, может через Steam? Через Steam.
Если покашная игрушка, то так там хоть геймрейнджером можно посмотреть вообще. Если в геймрейнджере поддерживается, то вообще изи. Что удивительно, кстати, что ты это сделали. Сетевой режим в этом. Суперкиберник. Не локальный, а именно. А сколько он там стоит сейчас, ребят, против Steam под рукой? О, что-то новенькое, по-моему. Скорее всего, напишешь, что мы не подключены. Скайп? Steam. Steam. Скайп. Скайну. Скайну мы в каком там 49-м году, по-моему, подключимся. Да мы продлили, короче, удовольствие для страждущих по Skyforce. Ну, учитывая, сколько мне он комментов сыпалось о том, что пройдите уже Skyforce, вот. Еще несколько часов экстаза. 29 рублей стоит. Угу. Ну, 130, да. Не, ну сдади-то деньги, нужно глянуть, чё-то так. Короче, надо просто действительно глянуть, что стоит он того, чтобы брать. Блин, если я локально смотрел и говорю, что она мне не нравится. То есть ты этот уже супер сайборг этот видел? Если это был самый первый уровень, то он какой-то очень затянутый. Уже это бесконечный уровень. Ну, скорее всего, да, на набивание очков, потому что смотрим, мы уже здесь по кругу идем. Эти самолеты опять оранжевые появились. Ой, не оранжевый, желтый. А когда тогда будут? А, ну, видимо, когда нас забьют. Не, ну это может без конца длиться. Хорошо, сейчас надо это поймать серию самолетиков. Тут бы хоть сложно. Вот это вот. Тут бы хоть сложность росла бы. Здесь умереть-то можно вообще нет? У нас защита на максимум практически. А, вот да, тебе тут цитирую, что у глаза. Ой, ну, цвета огурвеглазные вот. Аллилуйя. Блин, а что мне делать? У меня огонь. Я к ним подлетаю, чтобы меня выстрелили. Я их убиваю раньше, чем они. А ты боком подлетай, ядрить. У него гашетку заело. Он не может. Так, ладно, можно отвлечься на чатик. Вот так и полетим. Все, до конца. У меня сейчас самонаводки есть. А, не вот, знаю, мне как раз Counter Evolution понравился. Может, мы там еще не до конца все видели? Блин, почему меня до сих пор не убили? И реально я уже ничего не жму. Ну ты боком подлетит. О, магическая пуля. Удивительно просто. Я уже вообще ничего не жал, а просто оставил. Новый турнир каждые выходные. Короче, нифига не значит, там просто очки или на время кто дольше продержится. Все, короче, вот вам Skyforce Anniversary. Вот такой. Все, кончился, наконец-то. Так, где тут выход-то? Угу.